Амелька тусит и на домике, и на своем тренажере палочке. И тудой, и сюдой. А, бляха-муха, салфетку все равно не сдвинешь. Бассейн тяжелый. Она уже там по-всякому психует. Ага, скажи, ну я все равно это сделаю. И домик там двигала. Ну вот, зараза, хозяйка тяжелый предмет поставила. Всю тягу наломала, скажи, вообще. Из подвижных предметов вот только вот те коробочки, собственно. Палочку тоже сдвинуть не получается, упор у нее хороший. Короче, вот это вот бассейн. Испортер, дизайнер, вот все ее планы. Шо, Карамелька, не судьба теперь, иди сюда, иди. Иди, вот пальчик мой, вот я пальцем махаю. Иди сюда. Иди, иди, ты же любопытная, иди. Что там, пойди посмотри. О, бля, шевелится, да? Ничего себе. Пойди посмотри, что это? Скажи, настроения нету, я вообще в печали. Да. Скажи, кошмар, какое-то безобразие происходит в жизни. Ужасть, ужасть.